Съемка 5 гривен. Фотосъемка 3 гривны. Это проверяют. Полуденном тяжелом зное, как неизбывность что-то ноет, и с каждым часом голос глуше от затеканий и удушей угара шумного вокзала перебираются устало. Я вижу, по воде, по суше бредут отверженные души. И не забыть застылость линий, и этот свод картонно-синий, и пушки, и пальбу из ружей, какую, если фронт не сдюжит, то сволокут полураздетых на койке в тесных лазаретах по тысяче на сотни мест, и будет стон стоять окрестно. Судьба жестока и сердита, проценты требуют с кредита. В цепях плача свои гробы гнут спины жалкие рабы. Увы, они обречены, не ведая своей вины, ее воинственному жалу. И кажется, что жизни мало, поскольку чем бедней культура, тем больше власть у пули дуры. Чем больше без ума голов, тем больше слов, как бы ни слов. Но лишь свобода дарит счастье, без денег и других напастей. Поэт найдет его случайно в асфальте мокром, в миге тайны. Well, I don't know if she really loved him, but he certainly, certainly.
dog that you loved her, and you left her an enormous sum of money. I think in Jane Austen Walker the second, she saw somebody who could kind of protect her and warn the evil people of Hollywood away from her. Well, I don't know if she really loved him, but he said, certainly before he died, that he loved her, and left her an enormous sum of money. I think in Jane Austen Walker the second, she saw somebody who could kind of protect her and warn the evil people of Hollywood away from her. Well, I don't know if she really loved him, but he said,